Сегодня состоялось первое заседание Брянской областной думы 7-го созыва. В нем приняли участие губернатор Александр Богомаз, депутаты Государственной думы от Брянской области Валентина Миронова и Валентин Субот, глава Брянска Марина Дбар. В ходе тайного голосования большинством голосов председателем регионального парламента избран Владимир Попков, его заместителем Виталий Беляй. Представителем Брянской областной думы в Совете Федерации избрана Галина Солодун. Избраны и председатели думских комитетов. Эдуард Дуданов возглавил комитет по аграрной политике и природопользованию. Людмила Журавлева будет руководить комитетом по образованию, науке, культуре и СМИ. Владимир Ковалев возглавил комитет по вопросам социальной политики и здравоохранения. Сергей Курденко будет руководить комитетом по законодательству и местному самоуправлению. Александр Постоялко возглавил комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту. Сергей Чесалин будет руководить комитетом по проблемам последствий Чернобыльской катастрофы и экологии. Три депутата прекратили свои полномочия. Галина Солодун в связи с избранием представителем Брянской областной думы в Совете Федерации, Светлана Бледнова и Эльвира Потапкина по собственному желанию. Сергей Антошин возглавил комитет по промышленности, предпринимательству и собственности. Анатолий Бугаев будет руководить комитетом по бюджету, налогам и экономической политике.